Всем привет! Мы сегодня эту коробку будем открывать. А что это за коробка? Что в ней? С Человеком-пауком. Это коробка с магнитами из гипса. С Человеком-пауком. Мы будем сейчас ее распечатывать. И Саша у нас посмотрит, что там внутри. Я буду распечатывать. Ладно, пап? Хорошо. А здесь-то уже открыто, Саша. Все, мы ножницы можно тоже убрать. Чё? Открываем. Оп, открывается с этой стороны. Раз. У-у-у. Так, ну и что там у нас? Давай, доставай. О, это формочки. Вот такие у нас формочки. Вот. Да, Саша, вот. Покажи. Какие у нас формочки красивые. Сейчас мы будем смотреть, что там дальше. Здесь у нас есть. Ого! Что это? Краски. Краски! Инструкция. Сам гипс. Это гипс у нас. Да? Гипс. Да. Да, я его положу. Так. Что там еще? Кисточка. Кисточка. И магниты. Это сами магниты. Какой липкий. Липкий. Сюда он сходит. Сейчас мы почитали инструкцию, изучили ее. И сейчас будем собирать. Будем собирать, будем готовить раствор, гипс. Для последующей заливки в эти формочки. Мы приготовили все, что нужно нам. Да. Для того, чтобы сделать эти фигурки. Магнит. Магниты. Приготовили воду. Стакан. Это стаканчик, да, где мы будем размешивать гипс. И сейчас начнем. Краски. Это делать, да, краски. Гипс. Это сам гипс. Это палочка у нас для замешивания. Все, начинаем. Инструкция, да. Это нам уже не надо. Надо? Начинаем. Кисточка у нас такая. Теперь мы будем собирать, да? Да, открываем гипс. Он же уже открыт. Теперь мы будем насыпать. Давай у меня. Насыпаем гипс туда. Смотреть только туда не надо. Сейчас тут будет облако. Смотреть туда не надо. Облако? Да. Ого! Облако! Вот. Примерно столько гипса. Где облако? Облако! Вот, примерно столько гипса. Все, этот гипс мы пока откладываем подальше, чтобы он у нас не упал. Ножницы тоже можно убрать. Теперь воду. Заливаем воду. Так. Залили воду. Размешиваем. Размешиваем так, чтобы не было комочков. Классные все, такие, вроде да? Бы готово. Папа, классные? Классные, да. Вроде бы готово. Давай будем заливать. Ты такие захотел, да? Хотел, да. Заливаем сперва сюда, да? Да. Залили сюда. Заливаем Человека-паука. А? Два. Потом три. Надпись Человека-паука. Три. Заливаем главного Человека-паука, большого. Да? Да. И вот этого Человека-паука. Смотри, нам на всех хватило. Ого, да! Нам на всех хватило. Как раз. Вот это да. Да, как раз, yes!
Yes, вот это да. Вот это у нас хорошо получилось. Отлично. Да? Все, сейчас мы разровняем это все. Так, быстро только давай. Да, быстро. Вот так разровняем. Чик-чик-чик. Разворачиваем машину. Разравниваем, да. Разворачиваем. Гуля-гуля. Так вот разравниваем. Чик-чик-чик. Все как полагается. Здесь надо разровнять, да? Ой, тут вот. Вот так вот разровняем. Папа. Раз, папа, раз, раз. А смотри, тут уже разровнялось. Да, там разровнялось уже. Сейчас мы подровняем еще немножко. Вот это вот, да? Да, вот так вот. И здесь подровняем, чтобы было ровно у нас. Да. Да? Да. Вот так? Да. Вот, пусть смотри. Застынет пока, да? Ну все, да. Сейчас будем ждать, когда она застынет. Ну все. Ждем. Мы сделали это. Ждать. Давай ждать. Ну вот, в итоге мы немножко подождали. И мы попробуем сейчас маленькие достать. Начнем с этого, да? Да. Вот он у нас какой. Давай. Квадрат вот такой вот получился. Мы его сейчас раскрасим и вам покажем поближе. Давайте. Это первый. Достаем второй. Чик. Вставать. Во, какой паук у нас получился. А покажи всем. Во, какой у нас человек-паук получился. Вот какой у нас получился. Начинаем разукрашивать? Да! Начинаем разукрашивать. Ну все, наконец-то мы сделали наши магниты из гипса. Вот они перед вами. Сейчас мы на них налепим вот такие магниты на заднюю сторону. И наклеим на холодильник. Налепили. Вот такие у нас получились магниты. Сейчас мы их поближе покажем, чтобы можно было рассмотреть. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал Саша и Андрей. Всем пока!